Надо почистить. Всем привет, друзья. Две недельки не снимал кроликов. У меня свинота гуляет. Сегодня момент чистки. Чищу как раз у них. Но они гуляют в свободном доступе ко всему. Повыгребать надо. Томаточник подоставал, но не повыгребал еще. Так, ребят, в общем, такая ситуация. Нет у меня крольчат. Пропало у крольчих молоко. Был у нас обстрел не так далеко. И, видать, самки от громких взрывов стрессуют и перестают кормить малышей. В общем, пропало у меня и там, и в этот выводок. Пропало еще на прошлой недельке. Ну, снимать было некогда. Так что не знаю. Можно попробовать опять эту крольчиху кинуть в сене. Чтобы не запускать. Ой, вот этот весь процесс. Долгой рукой на, дружочек. Ну, а вам пойдет подряд. Итак, это малышня. Я там их поделил чуть-чуть, чтобы не так тесно. Хотя им, я бы не сказал, что сильно тесно. А, думаю, кто кричит? Муська. Или я не знаю, как тебя зовут. Кто помнит, это уже кошечка мелькала в роликах. Это не моя. Это соседская через дом. Ну, живет она уже постоянно у нас. Да. Снимал цесарок, она прибежала, я ее там погладил, ушел к кроликам, ну она пришла ко мне. Да, какая ты ласковая. Да, ну вернемся к кроликам. Что такое? В общем, с этими все в порядке. Нету садок. Не хотеть. Так, идем дальше. Это же, ой, не бойся, с того же выводка троечка. Ну, как видите, тоже такие уже крупненькие, хорошие, сидят, пьют. Что еще надо? Надо за сеном съездить. Тут у меня немного осталось, может, на недельку не хватить. Муся, или как ты, или Маруся, или кто-то есть. Ну, как ты любишь, чтобы тебя гладили. Надо тебе ошейник от блох купить, ты лазишь на улице. Куплю тебе ошейник. Ну что ты ноешь? А ну лапку драй. Так. Идем дальше. Здесь у меня та крольчиха, которая условно покрыта, уже как две недельки, даже больше чуть-чуть. Покрыта соседским крылом, потому что это дочка пасения. Крольчиха, видите, такая крупная, сбитая, хорошая. Ну посмотрим, что с этого получится. Должна быть садочка. А может и не будет. Пока проверю, курочки яичко не снесли. Нет, нету. Несется здесь одна какая-то курица. Но редко. Так, пойдем дальше. Здесь с того же выводка, но отсадил двоечку. Освободилась клеточка, поэтому посадил сюда двоечку.
возьмем, они все одинаковые, ребят. Еще не перебирал самцов савок, займусь этим, не знаю, через пару недель. Клетки у меня свободные есть, так что можно будет позаниматься этим вопросом. Корма нету, дичь кормили, а корма не насыпали. А здесь сидят у меня три самочки. Возможно, этих трех самок мы и разделим по всем свободным клеткам. Это три самки пасения. Поэтому сможем их спокойно крыть соседским крылом. Опять пришла Мусь. Тебе интересно, что я тут делаю? Кроликов снимаю. Будешь Муся или Маруся? Нашла ты меня, ага. Ну, такие неплохие три девочки. Уже даже можно будет скоро пробовать их пускать в оборот. Девочки крупненькие, хорошие. Так, Муся. Так, здесь у меня тоже сейчас никого. И, а здесь соседский крол. Такой вот хороший. Можно сейчас, кстати, одну любую крольчиху на выбор попробовать бросить. Кто из вас крупнее всех? А давай тебя. Для тебя. Нет, ты мне кажется крупнее. Ну, такая увесистая дама. Сейчас глянем. А вдруг? Бегает за ней, ничего не происходит. Я вам пока Мусю покажу. Первый раз с крылом, поэтому вообще не знаю, что она от нее хочет. Это вот маточники подоставал, надо почистить и помыть. Да, Муся. Понаблюдаем за кроликами. Ну все, ребята, ладно. Пускай занимаются. А мы будем с вами прощаться. Все. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.